Всем привет, с вами Вика, и добро пожаловать в игру Гренни Бабушка. Это должно быть страшно. Я играла в эту игру на стриме, и теперь решила поиграть в нее, просто вот записать видео по этой игре, потому что она вам понравилась. И, кстати, если захотите посмотреть, да, стрим, когда я играла в эту игру, то он есть на канале, поэтому заходите и смотрите. А еще я тут заметила странную проблему на ютубе. Если ты ставишь палец вверх, то он не всегда ставится, а иногда и убирается сам. Это очень подозрительно. Поэтому проверьте, поставили ли вы пальцы вверх на все мои видео. Ну, не на все видео, на которые вы ставили пальцы вверх. Ну, заодно там поставите на остальные. Многоходовочка. И, кстати, вот этот коммент без лайка. Вот он в моем видео. И если ты хочешь, чтобы твой комментарий попал, а попадет в следующее видео комментарий без лайка, то скорее комментируй это видео, лайкай комментарий у других. И молись, чтобы никто не лайкнул твой комментарий. А теперь, я думаю, можем приступать. Ну, тут всякая вот эта вот фигня написана. Будь тихим, собирай то-то, 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 то-то. Я знаю, что это игра типа «Привет, сосед», просто тут страшная старуха, которая будет нас убивать. И у нас будет всего 5 дней, чтобы выбраться отсюда. Я знаю, что, скорее всего, мы не выберемся, но почему бы не поорать, не попугаться, не попытаться? Фух. Так, ну все, мы в этом страшном жутком доме, скорее. Идем сюда и прячемся. А то старуха придет и убьет нас, а я не могу залезть. Все, я буду тут сидеть. Вы же не против. Вот так еще присяду. Такая, ха! Такой гопник. Где я? Почему я ничего не вижу? А, вот дверь. Ну, вроде как старушка не идет. Да блин, почему я присела? Меня нет, я гопник. А чё она меня через дверь укокошила? Я не понял. Блин, уже второй день. Я чё, знала, что эта старуха сюда идет? Откуда я могла увидеть ее? Ладно, пойдемте сразу посмотрим, где она. Да давай, побыстрее, чинайся. Чё ты, блин, какой тормоз. Не могу вообще. Так, идем смотрим. Я должен покинуть этот дом. Оу, щит. Она сейчас припрется, потому что я издавала звуки. Фух, успели. Старушечка зачем-то закрыла дверь, и я теперь не могу выйти из комнаты. Ну, сейчас она придет, откроет эту дверь, благополучно свалит отсюда, и я благополучно свалю из этой комнаты тоже. Также я успела немножечко изучить этот дом, потому что, почему? Потому что, понятно, я вот не знаю, выходить мне теперь или нет. Короче, я буду тебя ждать, давай. Ого! Гражданка. Что-то лежит. 5 дней. Возьмем, короче, ее сейчас. Упс! Упс! Сейчас она придет. Блин, я уронила стол. Какая я неуклюжая. Ну, короче, сейчас она прибежит, как миленькая. Во! Пришла. Посмотрит, постоит тут. Что тут со столом случилось, почему он упал. И уйдет отсюда. Интересно, если я в шкафчике уроню эту вазу, то она откроет шкафчик? Просто мне эта ваза вообще-то не нужна. Так. И куда же она пойдет? Пойдет туда. Ну ладно. Еще и капкан поставила. Ты что, совсем офигела? Как я должна через него проходить? Гадка старуха. Погодь, мне придется кинуть это здесь. А! И закрыться еще разок. Ну, просто надо, понимаете? Нужда вынудила меня. Что, куда она туда пошла? Ну, давай, иди, иди отсюда. И вообще, почему какая-то старуха может меня догнать спокойно? Почему я иду как... Очень медленно иду. Что она со мной сделала? Что ты сделала с моими ногами? Быстро отвечай мне. А вдруг я старик? Эта булька меня уже достала. Она постоянно ходит со своей битой. Вот что она с ней ходит и бьет меня, а? За что? Ну, скорее всего, она меня похитила. Так, пойдемте-ка в ванную, проверим, что тут у нас. О, ключик от чего это? Виапон. Что такое Виапон? Нету ее тут. Пойдемте сюда. Пошаримся. Может тут куда-нибудь добригодиться. Бригодиться, да. Именно бригодиться.
Все, валим сюда. Надеюсь, она не здесь. Фух! Пронесло. Там тоже есть какая-то дверца, я так поняла. Кто-то дыхнул мне прям в ухо. Это так страшно, на самом деле. Когда тебе кто-то в ухо дышит, особенно когда никого рядом нет. Вот, вот, короче, там есть проход, но там ничего интересного нет. Поэтому я не знаю, я не буду его открывать, наверное. И тут вообще, по идее, делать ничего не надо. Вернее, тут нечего делать, просто вот зачем-то я сюда забралась. А зачем? Я не знаю. Потом пойдемте. Ой, блин, я думала, это бабка. Не упал, не упал. Вот там, там что, я не могу понять. Ой, там шестеренка какая-то странная. И как мне понять, что мне можно валить? Да почему я так ее боюсь? Это же просто какой-то пиксель ходячий. Ну, короче, на третьем этаже делать нечего. А, нужно... Он сказал, I see you. Ты меня не видишь, понятно? Отстань. Вот, и там, короче, нам нужен молоток, да. Чтобы потом дочку так хрясь забрать себе и поставить вот, ну, там, где пол, короче, обвалится. Вот туда нужно доску. А чтобы доску взять, нужно молоток. А где молоток? А я не знаю, где молоток. Чего вы меня спрашиваете? Я ничего не знаю. Какая же стрёмная, отвратительная игра. Пойдемте. Думаете, она меня так увидит сейчас? Ой, там чё, лопата? Что это такое? И вообще, зачем мне этот ключ? Объясните мне. А то и без понятия. Мне как-нибудь нужно туда уже идти. А как? Знаете, чё? По-моему, она меня услышала. Может, я что-нибудь уронила. Вспоминаю все мои грехи. Боже мой, только бабулька... Только не убивай меня. Мне кажется, она меня на самом деле не слышала. Просто я... лох. Да оттуда кто-то ржет и дышит постоянно. У меня галлюцинации начинаются, я вам отвечаю. Больше это никак назвать не могу. Я думаю, самое время выйти. Тут там такой умный ржет. Здравствуйте, а чё я не бегу от неё? Да блин. Day free. У нас ещё есть 3, 4 и 5 дни. Вот, понимаете? Понимаете? Скоро на всем конец. Я не знаю, правда? Да, конечно! Ладно, сейчас попробуем. Как-то я неправильно сделала. Ну, чтобы она прям тут валялась или что? Когда нужно, чтобы, когда она куда подойдет? Я очень стараюсь. Можно прекратить уже? Ой-ой. Хо-хо-хо-хо. Она точно там не разблокируется, там, например. Я ее багнула. Хо-хо. Прикинь. Ой, уронила. Ой, там что-то под кроватью, или мне показалось. А, это. На! Забери свою вазу, она мне не нужна. Покинь ты дом, покинь ты дом. Хо-хо-хо. Бабулька, покинь свой дом, пожалуйста. Чтобы ты не мешалась мне тут. А то что-то мне, знаешь, с тобой некомфортно так. О! Опа! И закрыла. Нормас. Так, эта шестеренка куда-то нужна. Это я точно знаю. Вот только куда? Это главный вопрос, потому что я не знаю, куда. Ничего нет.
как так? Ну-ка, твинька. Опа, ты кто такой? О боже мой. О боже мой. О! Мишка! Серьезно? Зачем мне медведь? Ну нафиг. Пойдемте-ка отсюда. Медведь, что-то он мне не нравится. Какой-то некрасивый медведь. У меня руки заняты, медведь. Давайте запомним, что тут медведь. Медведь. Именно медведь. О, так это же бабка. А зачем я буду собирать картину с бабкой? Вы мне ответьте, пожалуйста. Здравствуйте. О! Ну все! Все теперь появилось, теперь вообще все есть на свете. Все, что мне нужно. Сейчас опять застряну где-нибудь тут, где не надо. Вот, и короче, я поняла. Лучше, когда я в этих тоннельчиках, лучше не вставать лишний раз, не привлекать к себе внимание багов, которые так и норовят где-нибудь появиться. Вот, например, здесь. Фух. Так это мне не нужно. Ага. О! Нужен ключ. Окей. Потом достанем этот ключ где-нибудь. Я, правда, не знаю, где, но где-нибудь достанем. Почему бы и нет? Если уж он так нужен главному герою, то ок. Все, заметано. Говори еще, что хочешь. Мне ведь не жалко. Я же вообще, я прихоти твои тут исполняю. Понятно. Это будет, наверное, самое быстрое прохождение. И мне нравится. Ой. Так, а ну-ка пошел отсюда. Еще одна шестеренка. Я не знаю, зачем она мне. Давайте тут положим. Лежи тут рядом с этой шестеренкой. Откройся. Сезам. Или не сезам, я не знаю, как тебя назвать. Называть. Потом сообщишь, как тебе хочется. И я буду называть тебя так, как тебе хочется. Да, определенно. Здесь тоже ничего нет, поэтому давайте переползем сюда. Здесь тоже ничего нет. И эта дверь все еще закрыта. Это плохо. Почему-то она вообще не открывается. Может, она просто для виду, конечно. Ну, скорее всего, так и есть. Молоток! Иди сюда, браток. Ха-ха! Рифмовальщица вообще прям. Не могу. Мастер. Ничего нет. Ладно, закройтесь. О, кстати, вот как можно спускать. А, нет, нам надо на третий этаж, поэтому это бесполезно. К сожалению, здесь мне ничего не нужно. Тут тоже ничего нет. Мне эти фрагментики картинок, знаете, вообще не сдались. Посмотрим заодно. Тоже ничего нет. Ну, блин. Ну, ё-моё. Иногда мой персонаж, за которого я играю, начинает жить отдельной своей жизнью. Меня это слегка пугает, потому что... Ну, как вам сказать? Когда он сам по себе начинает ходить, бродить по квартире, причем определенно в одну сторону только бродит, то это слегка пугает. Совсем немножечко, если честно. Ну, фактически вообще не пугает, понимаете? Чего это такое, я понять не могу. Это что, какая-то краска, клей? Что это? Объясните мне. Так. Давайте, давайте. Конечно же, все как мы и учились. Забираем тебя скорее и увозим за 100 морей. Ох, давайте еще разочек пройдемся. Все еще закрыто, блин, гадкая. Гадкая дверь. Ничего нет, ну ё-моё. Ну и ладно, ну и фиг с тобой. Мы пойдем сюда. Ой. Упс! Громко! Так, что ты такое? Ключ, ага. Нужно как-то это отрубить, да? Я ведь не смогу взять. Да, я вряд ли смогу, мне... Блин, в смысле? О, боже, фух. Слава богу. А чё, откройся. Ой! Упс! Почему я такой лох, объясните мне. Я все на свете уронила. Я сейчас сама грохнусь. Отвечаю, вот. Тоже фрагмент картинки, он мне вообще нафиг не сдался. И сама сейчас 10 раз упаду, блин, и старуха это отбагается и быстро прибежит за мной. Все на свете произойдет, все, что не надо. Все еще там. Ходит бестолковая какая-то. Так, молоточек мы использовали. Ищем что-нибудь другое. Так. О! Опа-на! Там что-то было. Какой-то баг опять. Упс. Упс! Вот, нам, по-моему, вот сюда нужно. Ушел.
А, нет, не сюда. Виапон. Вот я забыла, куда это надо. Так. О, я вспомнила, куда это нужно. Сейчас бы добраться до этого места, конечно. О, я добралась. Вот, до вот этой вот... Да ё-моё! До вот этого вот шкафчика. Да? Да. Уйди. И что это такое? О, боже. А, я что-то читала про это. Это типа, чтобы вырубить бабку. Но нам это не понадобится, понимаете? Зачем нам это? Если нам это не понадобится. Поэтому я, пожалуй, положу тебя здесь. Вас обоих здесь. Лежите, наслаждайтесь. Давайте, давайте, знаете что? Я ведь что-то не... Я ведь где-то не порылась, да, еще? Сколько я помню. По-моему, это где-то здесь я не порылась. Оп. Вот туда и давайте пойдем. И посмотрим, что нас там ждет. Кстати, нужно сзади еще обойти, посмотреть. Я что-то не додумался. Ой, я вспомнила. У нас же есть эти... Как их называют? Плоскогубцы вроде бы. Так, ты что, плоскогубец? Захотел со мной в прятки поиграть? Я ведь, смотри, выиграю. Ну, это не точно, потому что из меня вообще человек отвратительный, который играет в какие-нибудь игры, вот, например, в эти же прятки. Я очень плохо в них играю. Очень плохо. Ну и что? Ой, медведь! Что меня сильно смущает, то, что у меня сердцебиение резко такое стало. Не очень. По-моему, я сейчас умру. Зачем я взяла его? Зачем я это говорю? Ладно, ладненько. Подожди, ты здесь. Страшно. Ребята, я поняла, вот про кого вы мне говорили, вот про какого медведя, и вот, что его нужно сюда, да? Вот я прям вовремя, да, пришла вообще? Ложись. И как? И что? Ладненько, походу ничего не происходит. Обидно. На самом деле, я надеялась, что что-то реально интересное произойдет. Все-таки недаром же я это... Мишку сюда тащила. Алло, может тебя покачать еще надо? Эй! Ну и ладно, понятно, лежит там бесполезное существо. Игрушка-то бесполезная. А может быть, можно им воспользоваться и знать... Вот как эта досочка еще не сломалась под моим весом? Я! А, нет. Нет, это никак не... Это мне никак не пригождается, поэтому ладно, валяйся тут на здоровье. Вот, что это? Я поняла, как можно это достать. Знаете, что надо? Нам нужен арбалет. Мой фирменный. Не арбалет, а арбалетище! Так, вот ты где? Иди сюда. Сейчас выстрелим и попадем, отвечаю. Я должна выбраться из этого дома, блин. О! Ну-ка, лежи здесь. И что это? Ага! О, спокойнее, чувак. Поосторожнее там катайся, да, вот это вот все, вот. Это твоя любовь к скорости, она меня всегда смущала, понимаешь? Ты чуть-чуть такую. Какая-то фигня бесполезная. Хм.
Так, идем. И вот эту штуку куда-нибудь нужно сейчас применить, естественно. Так куда я хз вообще? Ну ладно, я надеюсь, что куда-нибудь все-таки применим. Где только плоскогубцы лежали, вот вообще не помню. Серьезно. Куда они делись? Может, сюда эта штука пригодится? Нет. А что, если нужно на третий этаж? Знаете, где? Сейчас покажу вам. Подождите. Подождите немножечко. Сейчас я покажу. Сейчас. Подождите. Подождите. Чуть-чуть. Совсем капельку. Подождите немножечко. Я понял, нужны плоскогубцы. Окей, а тогда зачем нужна вот эта вот фигня? О, я поняла, досочки, чтобы убрать, да? Да. Ой. Сейчас я уберу все. Сейчас все будет. Надо вспомнить, куда идут эти плоскогубцы. Куда они делись-то, блин, серьезно? Почему они пропали куда-то? Вернее, не пропали, я просто забыла, куда они делись. Так. Нет! Это же молоток! А ты мне зачем нужно? Ё-ты-моё, горе луковое. Серьезно, вот куда-то просто пропало. А куда-то пропало, это понять не могу. О! Ты как будто тужусь, я не знаю, зачем я это делаю. Ладно, давайте пройдем сюда. Возможно, нам нужно сюда. Но, как я уже говорила, это, конечно же, не точно. А, может быть, и здесь, кстати. Вот! Да неужели? Даже не верится. Все, идем на третий этаж. Нет, нужно еще на первом этаже, да, убрать все. Вот там провода, ну, тоже надо было обрезать. Сейчас мы их обрежем быстренько. И потом мы обрежем на третьем этаже. Все, отлично. И что, снизу еще надо? Так, ладненько. И нам где еще надо было? В подвале. Где-то вот тут, по-моему. Да? Да ё-моё. Да ты что? О! Отлично. Только зачем, я не знаю. Я что-то определенно сделала, правда, что? Так, и на третий этаж пойдемте. Там тоже надо. А, вот, мы еще разочек. Это, короче. Мы, короче, вторую кнопочку сделали зеленым. Огонечек. На третий этаж. Ой, блин, опять ты. Бабка. Бабка! Я такая довольна хожу, вот играю я нормально, как нормальные люди. Я бы не прошла даже половины. Так, нет, нам нужно сюда. Но так как какие-то люди захотят посмотреть, как быстро пройти игру, то пусть будет быстрое полное прохождение, почему бы и нет. Все, забираем тебя. Это золотой ключ, по-моему, и он откроет нам эту дверь, да? Там же, вроде, золотой ключ надо было. Я надеюсь, потому что это тоже не точно. Все на свете не точно, понимаете. Я даже не прочитала, какой ключ взяла, поэтому ладненько. Нет. Так, а ты... Ой, зачем я присела? А ты что за ключ вообще такой? О, это от этого... Ща, вот тут вот сейф находится. Вот. От него ключик. В этом сейфе сейчас что-то должно быть. Ага, понятно, какая-то фигня, вот зачем она мне нужна? Ох, не застряла, потому что было бы очень обидно, на самом деле. Теперь без бабки эта игра превращается просто в бесцельное брождение по дому, так что, знаете, бабушка, это, конечно, изюминка игры, если честно. Так что, если вы хотите поиграть и испытать все, что испытывают нормальные люди во время игры в эту игру, то, пожалуй, играйте с бабкой. Да, вот. Это вам мой совет. Ну? Арбуз! А что в этом арбузе будет? Подскажите мне, пожалуйста. Кё? Синий ключик! Синий ключик! Зачем мне синий ключ? Тут что-то есть? Вообще.
Давайте посмотрим. Там ничего нет. Зачем туда идти? Серьезно. По-моему... Так. Чекаем сюда. И до чего нам будет синий ключ? Ключ номер синий. Номер? Не думаю, что это номер. Ну ладно. Откроешь? О! Открыла. Так, нам нужен молоток. Ага! Вот что нам еще нужно, блин. Ой. А ну-ка, сломайся. Блин. А где? Что нам еще-то нужно? Я уж не знаю, блин. Знаете что? Я, блин, только сейчас вспомнил. В общем, у меня пришла такая идея. Там же лестница, сейчас покажу вам, какая. Если она здесь вообще. Ой, она не здесь. Ну, в общем, там лестница есть. Одна. Интересно. Ой, там шестеренки. Так вот. И там у этой лестницы... Там... Есть, короче, щиток. И, походу, оттуда нужно болтики убрать с помощью... Вот где он валяется. А, где ты? Вот ты где, а? Ты нагло никому не нужный, блин. Вот. Сейчас я не помню, где именно, на какой лестнице. Но сейчас попробуем найти. Я ничего не обещаю. Вообще серьезно, без понятия. Вот, вот тут вот. Точно. Определенно. Белиссимо. Белиссимо? Белиссимо ведь вроде не сюда говорится. Ну да ладно. Кого это волнует? Оп. Оп. Плейхаус. О, здорово. Сейчас мы с вами идем. Куда мы идем? Идем сейчас направо, открываем домик игровой, и там все эти... Как их называют? Я забыл, понимаете? Шестеренки, во, шестеренки, да-да-да, точно. У меня из головы, короче, вообще все на свете вылетело. Вот как, каким образом она этот дом построила? Мне очень интересная история, как, во-первых, я сюда попала, что это за старуха, почему она пытается меня убить. Может, я и дорогу где-то перешла, не знаю, будучи черным котом, и теперь она такая, о, нет, только не неудача. Я хочу, чтобы у меня всегда была только удача, ба-ба-ба-ба, и убивает теперь меня. Старается убить. Типа, это месть, понимаешь? Так, теперь нам нужно... Две шестеренки, которые у меня вот здесь лежат. Вы слушайте, как идеально, да, все просто? Здорово, замечательно, великолепно. Идем сюда. Кя! Еще разочек, теперь все. И еще одна шестеренка. Сейчас. Подождите. Ага, тут тоже что-то нам всякие эти. Вот она еще это все построила, понимаете? То есть ей было не лень. Или кто-то ей построил. Я без понятия, кто бы согласился такой бешеной бабульке что-то строить. Красный ключ. А я что-то еще не открыла? Ой. Ой-ой-ой. Пойдемте-ка сюда. Может, на картины пронять? Может, здесь этот пароль будет? Я просто серьезно без понятия, где может быть этот пароль. Он может быть хоть где. Здесь тоже нет. И здесь все вещи валяются. Погодь. Хм. А! Вот видите, он начинает сам ходить. Обе руки здесь. А, стой, куда ты? Да вот, ладно. Запоминаем, что я ключ кинула вот сюда. Если он понадобится, то придется возвращаться сюда. Ну, чтобы не таскаться с ним. Он мне особо-то и не нужен. Так, пойдемте-ка отсюда. Ничего нет. Да блин, где он? Пароль. Сейчас пароль будем искать по дому ходить. Здорово! Он был тут. Да ё-моё, я, блин, его искала и искала. Тебя, глупый кот. Просто бумажка, на которой написано
код. Это поможет, да? Это что ж получается? Я сейчас сбегу отсюда. И? Прощай, бабка, со своим страшным домом без окон. The end. Ну что, мы выбрались из ее дома, и слава богу, я, блин, умаялась бегать там искать, где эти, блин, предметы, вещи эти, они все разбросаны по всему дому, как она сама-то не путается, где все положила. И, в общем, надеюсь, что вам понравилось, если так, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте, что комментарий без лайка обязательно попадет в следующее видео. И на этом все, с вами была я, Вика, всех люблю, целую, пока, и не попадайте страшным бабкам.